День памяти нашего земляка Андрея Юбко ежегодно отмечают в Щелкове. Во время служебной командировки в Чечню в 1995 году он совершил подвиг. В одном из боев пулеметным огнем прикрыл и обеспечил отход попавших под обстрел товарищей. Торжественные мероприятия, посвященные герою, прошли в школе номер 10. Андрей Юбко – выпускник этой школы. Сюда, в актовый зал, пришли ветераны вооруженных сил, преподаватели и учащиеся, представители межмуниципального управления МВД России «Щелковское», в котором до своей командировки в Чечню нес службу герой. Начиная с 2009 года мы проводим мероприятия систематически в день, когда Андрей Николаевич Юбко погиб в Чечне, мы именно проводим вот эти дни памяти, отдавая ему дань уважения и дань памяти. Вот в течение с 2009 года начиная. В 2013 году мы инициировали мемориальную доску в школе, она здесь вот находится по инициативе Совета ветеранов, мемориальная доска. И систематически встречаемся с ребятами, говорим о подвиге Андрея Николаевича. То, что совершил Андрей Юбко в последние минуты своей жизни, спасло танкистов, загоревшегося под обстрелом террористов танка. Фактически старшие сержанты Щелкова во время эвакуации экипажа, подбитого боевиками танка, вызвал огонь на себя. В этом бою его сразила пуля снайпера. Указом президента Российской Федерации Андрей Юбко был удостоен ордена мужества посмертно. Ему этим летом могло бы исполниться 60 лет. На День памяти традиционно приносят целые корзины алых гвоздик. Их и в этом году возложили к мемориальной доске в честь Андрея Юбко. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.